сорт острого перца Тринидад Скорпион Пхучте. Этот сорт относится к виду Capsicum chinense. Сорт был выведен в США парнем по имени Бучтейлер. В честь него и назван был этот сорт. Это очень высокоурожайный и очень острый сорт. Острота такого сорта от 1 200 000 до 1,5 миллиона сковелей. Кустик может достигать от метра до 1,50 м, если вы будете выращивать его в теплице, а если будете выращивать его у себя на подоконнике, высота кустика не будет превышать 50 сантиметров. В некоторых случаях, если большой горшок, высота его будет где-то в пределах 70 сантиметров. Срок созревания такого перца от 90 до 120 дней. Вкус плодов немного фруктовый, с цветочной ноткой. Вот часть плодов похожа на скорпиона. Он очень-очень высокоурожайный. Очень много плодов на нем. Он тоже похож на скорпиончика. Очень интересный сорт и очень продуктивный. Его можно выращивать с легкостью у себя дома, на подоконнике. Он не прихотливый. Много места не занимает. Он не сильно раскидистый. Крона будет где-то в пределах 30 сантиметров шириной. И очень-очень большое количество плодов у него.